Новый владелец Ридер ТЭЦ на востоке Казахстана обещает полностью погасить долги предприятия. Сегодня они достигли суммы почти в 5,5 миллиардов тенге. После этого будет решаться вопрос о передаче объекта в коммунальную собственность. При этом инвестор уже закрыл задолженность по заработной плате и налогам. Об этом сегодня стало известно на встрече населения Ридера с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым. На самой ТЭЦ сейчас же активно идет ремонт, привлечено больше 200 специалистов, пока выполнено 36% запланированных работ. Несмотря на то, что станция находится в частных руках, разработан механизм, по которому государство выделит на ремонт больше 8 миллиардов тенге. Решение принято и на уровне республиканского бюджета, и на уровне местного бюджета. Принято постановление правительства о выделении средств, соответствующее решение акимата. И, исходя из общей практики, в течение недели средства мы ожидаем, что будут уже направлены на средства акимата. Между тем, бывшее руководство ТЭЦ в городе Ридер находится под следствием. В социальных сетях распространилась информация, что задержаны некоторые из членов совета директоров станции и экс-президент компании. Их подозревают в хищении более 2,5 миллиардов тенге, предназначенных на ремонт теплоэнергоцентрали. Напомню, ситуация на ТЭЦ плачевная. За прошлый сезон остановка оборудования здесь проходила 67 раз, а прокуратура обнаружила больше 240 нарушений. В агентстве по финмониторингу страны подтвердили, заведено уголовное дело по статье 190, а именно по факту хищения средств на ремонт и содержание станции. Остальная информация в интересах следствия не разглашается.